Салям, представься. Стэн. Слушай, Стэн, ты прошел в четвертьфинал самого крупного сезона Татарстана. Сегодня у тебя оппонент Логос. Что ты готов ему противопоставить? Черт ебаный, блядь. Громче говори. Черт ебаный, говорю. Почему ты так к нему относишься? Ну, потому что, блядь, он долбоеб же. Но видно же, объективно. Че, ты сегодня точно проходишь полуфинал? Да. Слушай, если ты пройдешь, ну, типа, в том случае, когда ты пройдешь полуфинал, с кем бы ты хотел там увидеться? Ты уже спрашивал в прошлом интервью. Ну, с кем бы ты... Пусть это будет финал с Джамби. Угу. А если ты каким-то образом вылетаешь, то за кого бы ты болел? Бля, надо вспомнить, кто там есть, но вообще за лабораторию, наверное. Слушай, сегодня ждать от тебя чего-нибудь такого интересного, как вот на прошлом батле с Ярсом? Увидите. Ты прям очень люто подготовился. Да нормально я подготовился. Я готов, я всегда готов. Слушай, а ты еще куда-нибудь на какие-нибудь турнирки залетаешь вообще или как сейчас? Пока нет. Пока что паузу взял небольшую, то есть только здесь, да? Все, понял. Еще хотел спросить, типа, вот вы в Самаре недавно батлились, что, как вообще там? Заебись, Хайер, он приехал сегодня, будет выступать первым, да, если... Да. Классный пацан, блядь, гостеприимный очень чувак. Молодец, что он приехал. Вообще отлично. Все, Никит, спасибо тебе большое за интервьюшку. Давай, удачи тебе сегодня на батле. Спасибо. Салям, представься. Лога. Лога, слушай, ты дошел до четвертьфинала, и сегодня с тобой один из фаворитов этого сезона. Что ты ему противопоставишь? Рэп. Вообще, каковы твои ставки? Проходишь ли ты сегодня в полуфинал? Почему? Потому что. Говори громче, если. Потому что. Вообще, что ты подготовил сегодня? Поминки. С кем бы хотел еще сразиться после сезона? Со Исламом хочу. И с Иксбол хочу. Почему с Иксбол? А со Исламом все просто. С Исламом все хотят просто, типа. Мы с ним в КС играем, он въебывается. За кого в сезоне топишь, если сам выходишь? Топили уже всех, кого затопил. Ну я говорю, типа, за кого будешь болеть, если вылетаешь? Там нет никого, все. Ну кроме Тусалема, дизреспект. Все, спасибо тебе большое, давай удачи сегодня на батле. Спасибо. Салем, это In The Battle, X2, BPM, четвертьфинал, Каасань, вы где? Перед началом такого охуенного батла я бы хотел выразить благодарность нашим партнерам, а именно площадке Race One, на которой мы проводим самые пиздатые рэп-батлы в Татарстане! Итак, участник слева от меня, представься! Ну че? В батл рэп и скрипыши! Я на горный Карабах! Это первый батл рэп на его похоронах, блядь! МС справа, назови свое имя! Такое дело, я просыпаюсь, блядь, мне вообще хуёво. Как будто мне кто-то дает подых. Нет. Я просыпаюсь для того, чтобы ебать таких, как ты, блядь! Стэн! Итак... По итогам предварительной жеребьёвки начинается Никита Драгон! Рубай битло! Воу! Е! Я тогда выскочил бухой, но по сути это я был треск. Когда ты зачитал мне до умения, я был весь рейв. Я сказал о том, как было, не сказать об этом грех. Ведь все понимали, Логос не умеет читать рэп! А чё не так, я чувак? Это факт, это баг, остальные чума. Чудак, а не пиздатый читак, а твой чердак уже едет нахуй. Смотри, как чеканю вот, как надо пиздато читать. Бам! Сука, беги, ну-ка домой, ты победишь, долбогибист. Только если катечешь башку, я навожу тут беспорядок. Ты ляжешь тут без вариантов, чтоб его трахали некрофилы. Ляжет сразу без наряда, без нас яростом. Ты в рэпе, сучка, и для всех ты тут пиздец коряга. Чтобы поднять его наверх, не хватит векаря. Не тормозите, я в порядке, просто ненавижу бляди. Умар шлюха по-татарски. Воу, есть Омар Хайям, а ты Умар хуёвый. Есть Омар с клешнями, а ты Умар с клешнёй. Который не может держать нормальные майки, выдавать это всё не байки, мудак, йоу. Вся твоя жизнь это нытьё, на этом минусе читаешь. Будто язык прикусил, я сфокусируюсь на нём. И тут же щёлкну, твоя чёлка говорит то, что ты ничёмный ребёнок ТикТока. Чувак, ты не умеешь читать рэп, не умеешь читать рэп. Не умеешь читать рэп, ты не умеешь. Не умеешь читать рэп, ты не умеешь читать рэп. Я тебе говорил, уёбок, что ты не умеешь читать рэп. Говорил, блядь. Вот и сейчас говорю, хуесос, блядь. Ты не умеешь. Он накатал на меня дисок, запалос потискать. Ебать таких, как он, это бизнес. Читать, как ты к этой низать. Его ненавидят с детства. Я буду пиздить тебя, пока так извиняюсь и перед
пластецким. Первый сезон подарил нам нормальных пацанов, второй сезон нам подарил ёбаного лога. Залога, 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 за ноги бой я блу буду сать, ведь это не логос, а унитаз. Раунд. Йоу-йоу, народ, как вам первый раунд от Стэна? Ебать, тут могли быть релоуды, нахуй, но Никита машина, они ему нахуй не нужны, блядь. Встречаем ответный раунд от Логоса. Никита Дражин, рубай битло! Один хуй, там все понятно, по конфе еще было. Покачаемся, пацаны. И... Логос. В твоей маме погостили, мы покушали там пиццы. У меня с Рауфом спит вот такие вот гостинцы. Как же батлить этих челов, дайте всю взвесить в твоем баде. 4 членов, вот и S10. Эй, Стэн, посмотри, какой глупый ты мужик. Вечно микрофон орешь, не развиваешься, кричишь, ты гнойный. Ты же ездил на Пхукет, твой рэп как минет в целлофановый пакет. Я тут залетел в Казань, посмотри, чего и как. Без меня батл был пиздец, а теперь прилет права. Вот серьезно, блядь, дал мне единственного чувака, которому признано то, что все. Спасибо, нахуй! Один флоу, один стиль, настоящий фаворит. 10 лет кормил дерьмом, потом чак-чаком угасит. Один флоу, один стиль, он другой не повторит. Сделал первый свой перформанс, он его благословит. Один флоу, один стиль, настоящий фаворит. 10 лет кормил дерьмом, потом чак-чаком угасит. Один флоу, один стиль, он другой не повторит. Сделал первый свой перформанс, он его благословит. Что пизда, ты техничен дохуя. Может тебе показать, как делать иначе. Все окуевают, когда ты хоть как-то панчишь. Тогда охуели, он ребят взорвал. Закричал тут каждый весь, он в бит попал. Какой тебе перформанс, лучше напиши в панчлайн. Фавелла ваш поет, а про Ярос сказал, что тут гамма-гамма-сек. Охуеть весь зал орет, а вы типа удивились. Охуенный вы народ, но татар мало и не. Татарский это вкусно ты, нихуя не стоишь. Но хули я-то грустный, убив дракона, сам становишься драконом, блять. Я не хочу потом обратно научить русский бодибэк. Петуху накидал на ебло, я верчу на хую и тебя и судью. Как же так, вы ребят открывали глаза. Он за все десятки батлов нихуя не показал. Один флоу, один стиль, один флоу, один стиль, один флоу, один стиль, настоящий фаворит. Один флоу, один стиль, он другой не повторит. Один флоу, один стиль, настоящий фаворит. 10 лет кормил дерьмом, потом чак-чаком угостит. Один флоу, один стиль, он другой не повторит. Сделал первый свой перформанс, он его благословит. Один флоу, один стиль. Один флоу, один стиль. Йо-йо-йо! Народ, как вам первый раунд от Логоса? Итак, блять, я уже не знаю, нахуй, чё сейчас мне ждать, пиздец. Встречаем второй раунд от Стэна, Никита Дражин, нахуй. Врубай, бля, битло уже, ёпта. Я пришёл убивать. Максимально громко бит поставь мне, пожалуйста. А, 76 лет назад наши ебали такие, как ты, как я тебя сейчас. Как обычно, эти MC тупо стали на мель. Говорю, чё захочу, ведь на меня Сталина нет. Все заикаясь говорят ССС, Стэн, рэпера, который батлю распадаются СССР. Сейчас я хороню дебила, я настолько ветеран, что Каспий подарит квартиру. Паш ебаный, я тут для того, чтобы поджигать, делать фарши вашу мать, чё вашу мар. Я могу зачитать под звуки марширования, ты нахуй нужен, как наша армия упала джаза. Старшина твой, попрощайся, тип, дайте ствол, я прихлопну его, как Шамсудина промиль, бам! А на войне, как на войне, Логос не герой. Просто хуёвый оппонент, ты не готов батлиться, пидор. Потому что ты не воин, посмотри в мои глаза, в них горит вечный огонь. Выходил на берег Логоса, тупица, чтобы ебать, ты тупица, клоун, это фикс. Расцветаю с каждым новым батлом. Поплывут вновь все оппоненты, как по той реке тело Умара. Чё-то не готов, а, чувак, это бомба, Логос и попут, он наступил на мину, пропаду. Сука, говори спасибо Стэну за победу. Оу. Сколько было оппонентов, я повесил Ядова, теперь он георгиевская лента. Стругая сына, никто не мог включить башку. Теперь ненавидит твою вся Россия, матушку. Ты говорил, что эту пару я солью, но ты выстрелишь только если присядешь прям на салют. Нахуй я праздновать, раз ты напрасно тут пал.
ушами баш, тебе просто не порезь, бау. Тут для того, чтобы сказать, я ебу тебя, как наши 76 лет назад. Йоу. Скажи-ка, скажи-ка, Логос, ведь недаром тебя прозвали уебаном. Ведь в жизни и в рамках инде-батла ты доказал, что это так. Я видел много имбецилов, но хуже Логоса-то нет. Пусть теперь знает вся Россия, ты не умеешь читать рэп! Ебать, народ! Как вам нахуй этот раунд от Стэна, блядь? Пиздец, нахуй, не думал, что я это скажу, но Логос, давай повторим, нахуй! Еще бит не включай, пожалуйста. Выруби нахуй! Спасибо. Ну выруби нахуй, выруби бит. Никит, Никит. А хули, я тоже перформанс, может, хочу. Нет. Рота Смирна! Дежурный по БПМу! На выход! К разъебу ефрейтора Панина! Приступить! Спасибо. Все, блядь. 1-1 нахуй. Только отдайте ему голос поэтому, блядь. Давай. Итак, каждый батл пахнет говной, каждый твой батл пахнет дидом. Диды все приебали, ты далеко не ушел. Я принюхался, сука, пока пахнет диор. Вижу оппонента, юг говорит, твоя это гела. Ты такая шлюха, я пришел к тебе за токена. Люби зэ, пать его, что за вздор. В это время непонятно, что зэт гандон. Перепадывай меня, ебать, тебя не просто. Стоишь на месте, подобие порой, назови меня, я шлюха в роли Панина. Дай тебе Оскар, ты задрал, ты лично, все тебе поверили, бой. Че за балаган, ты идешь по пиздюкам, это кто тебе сказал, ты идешь по головам. Старый, что пизда, я и не стараюсь, бля, я и не стараюсь, бля. Это апогей плоу, для вас будто бы комбас. Мнимые судьи, у них нету голоса. Нас травми, как планеты и глобусы. Рифмы квадратные, они в виде конуса. Ты меня не знаешь, не знаешь, ты ничего. Пережигаю и выплюну, будто ты херебот. Тебя хуже на МД, есть только BDM. Я могу любой бит, любой сука BPM. Ведь нам всем до победы далеко. Да, Стэн, там нарежу всем очко. В игре 10 лет, ебать ты лох. Я в игре 4 года, ебу тебя на бок. И на втором ты татарин или русский? Кто из нас сегодня получит успех? Сидеть на двух стульях, для тебя искусство. У меня один трон, ведь я, сука, успех. Расцветала на МД предвзятость к старикам. Второй ты рифма без тараторю. Каждый, сука, батл. Называй меня Никита Стэн. Стэн, еблан, давай подавай. В тебе роста ноль, ты никто, пацан. Ты стоишь со мной, опыт нулевой. Ты на равный, сейчас, сука, с пиздюком. Давай оправдай ему турнирка, блядь. Но соперника я не вижу, сейчас здесь тупой еблан. Мясо ты кусок, меня дали вам, чтоб я отъебал. Дело дали нам для суеты, им для ты. Фаворит не для топы, ты мем тебе верит. Кто Каспий, зэ, хэдшот, меня верят те, кто хоть видят, чё я вам выдаю. Без подготовки, чел, я стою и суну на этот строй мечей. Это ваш BPMC. Вы синю пойдете на карту России. А я призван, но не признан. Работа фронт, буду пизал. Будет игра, буду фонд. И в гуще медали, пуще медали. Хей, не довезе, твоим проходом ничего не будет на МТС. Его проходом вы проебете налегке. Вы сами себя хороните на мини. Слышь, еблан, ебан, везем твоей победы. Йоу, народ, как вам второй раунд от Логоса? Бля, как вам батл? Пиздец, я вообще не завидую людям, которые променяли инде-батл на шашлыки за дачи, нахуй. И чаю, блядь, зря вы это сделали, нахуй, зря вы это сделали. Итак, самое время его отсудить, и первый судейский голос выносит сооснователь Race One, Шамиль, дайте ему шума. Чё могу сказать, друзья, пиздец потолку. Ну ладно, надеюсь, нет. Окей, хорошо. МС слева. Окей. Я не знаю, что ты делал в первом раунде. Но во втором ты начал разъебывать нормально. Можно было начать с самого начала так разъебывать. Вот. МС справа. Дикция охуенная. МС слева. Честно старался понять. Практически нихуя не понял. Дикция, подача. Нихуя себе я дикция слова заживал. Дикция, подача, все охуенно. И вот если честно, Рамиль, мне кажется, это просто разные весовые категории. И как бы здесь судить, ну это такое себе, короче. Вот, и здесь как бы я отдаю свое слово, свое очко, нихуя себе, да? МС справа. 1-0, Стэн. Итак, второй судейский голос выносит организатор The Battle. Это Зе. Дайте ему шума. Йо-йо-йо.
Так, хорошо, что вот мой хейтер Логос, он на бедах, потому что я слышу свое имя, я не слышу, что он говорит. На видео я уж, конечно, может пойму, что он там имел в виду, а так я ни на что ответить даже не могу, мне обидно. Вот, что хочется сказать? Ну, хороший перформанс во втором раунде, реально неплохой, это было клево, это было прикольно, блин. Так что, ну, то, что ты вышел, там, то сибоси, вот это с хлопушками, вообще пиздец, это был твой потолок, если что. Вот, а Стэн, ну, блядь, реально показал уровень. Может, это не сам лучший батл Стэна, как будто, ну, можно было чуть-чуть пожестче, прям вот чуть-чуть, по, именно вот строк по сопернику тебе нужно было побольше добавить, а с технической точки зрения это всегда супер идеально, это реально, блядь, высочайший уровень, очень круто, да, действительно разные весовые категории, и здесь, ну, все-таки, да, придется отдать голос Стэну, как бы я не хотел отдать его Логосу. Охуенно, блядь. 2-0, Стэн. Итак, короче, третий судейский голос выношу я. Вот микрофон для судьи, короче, вот. Блядь, что хочу сказать, батл вообще охуенный, вообще мне понравился. Вам понравился батл, Казань? Бля, реально просто мощный батл, мне вообще зашел, пиздец, как у тебя мне первый раунд понравился больше, чем второй, в первом прям, хоть и у тебя на втором перформанс, но первый прям, бля, типа, отлично, прям вообще хорошо, прям в лучших традициях своих. Но не лучший твой батл, но в целом отличный. Бля, у тебя лучший батл, точно, если могу сказать об этом, реально, типа... Лучше, чем было до этого, типа, блядь, прям хорошо, и перформанс во втором раунде хороший, в принципе, прикольный разбор, то, что, типа, у Стэна все одинаково, типа, у тебя было разнообразие, но при этом, бля, ты заебал, нахуй, с этой строчкой, блядь, ты меня не знаешь, не знаешь ты ничего, нахуй, у тебя из батла в батл она идет, короче, вот, блядь, типа... Хорошее выступление, но, короче, у тебя, может, с дикцией проблем, может, ты микрофон держал, короче, не особо, типа, но маленько было неразборчиво, вот, у тебя... Во втором раунде, блядь, ну, типа, ты слишком бит громко попросил, короче, чтобы было, так сказать, неразборчиво. В принципе, блядь, победитель тут очевиден, но, хочу сказать, типа, что, блядь, типа, это не калитка была, нахуй, это, типа, хороший батл. Я отдам просто голос престижу Логосу, в целом 2-1 выигрывает Стэн. Так, Казань, а как вам Стэн? А как вам Логос? Стэн! Логос. Итак, в полуфинал In The Battle X2 BPM проходит Стэн со счетом 2-1. А ты выбирай победителя в голосовании. Это был In The Battle X2. Добро пожаловать!